Качественной воде в Ленин-Ауле быть. Совсем скоро в селе достроят водопровод. Лично проверил ход работ министр сельского хозяйства и продовольствия Абдулмуслим Абдулмуслимов. Водопровод возводится в рамках реализации программы устойчивого развития сельских территорий. Объект должен быть введен в эксплуатацию до 1 апреля текущего года. Сейчас идут пусконаладочные работы. В то время как население получает воду водовозами. Люди получают воду водовозами, покупают воду. Потому что мы старую водопроводную сеть воду запускать не имеем права. Потому что Роспотребнадзор по микробиологическим требованиям, показаниям запретил пользоваться этой водой. Расходы тоже из бюджета необходимо привести. У нас таких средств тоже в бюджете не предусмотрено. Чиновники отметили, что ввод в эксплуатацию водопровода позволит наконец решить многолетнюю проблему и обеспечить селян качественной водой. Напомним, в начале года в селении Ленин-Аул произошло массовое отравление. С симптомами острой кишечной инфекции к врачам обратились 77 человек. По данным Роспотребнадзора, причина загрязнения питьевой воды –